Екатеринбургские гаишники пытаются выйти на след лихача, сбившего на зебре пенсионерку и удравшего с места ДТП. Все произошло еще 12 февраля в 9 утра на Визе, на очень короткой улочке Каменщиков, напротив дома на Татищева, 80. Китайская легковушка «Джили МК» с неразличимыми госномерами двигалась в сторону Фролова. Пилот резко затормозил на заснеженном асфальте, заметив пешеходку. Автомобиль в заносе правым боком сбил женщину с ног и удрал. А 66-летняя дама сама добрела до травмпункта, где доктора диагностировали у нее ушиб грудной клетки, синяк на правом предплечье и повреждение связок шейного отдела позвоночника. Судя по кадрам с камеры наружного наблюдения, после столкновения с пешеходкой на автомобиле, похоже, не осталось никаких следов. Джили фактически свалил пенсионерку с ног. К слову, женщина, подходя к зебре, отвлеклась на мобильный звонок. Не намеренно, конечно, но постояла несколько секунд у края проезжей части и шагнула на заснеженный асфальт, как раз в тот момент, когда легковушка появилась за поворотом. Тем не менее, ГИБДД надеется, что очевидцы смогут помочь сыскать лихача и изобличить его, позвонив куда надо, по телефону, номер которого у вас на экранах.